Да, у меня не хватает шампадов. Это еще что за фига? Куда? Опа! А это еще куда? Считайте. Так, что у тебя было, бро? Опа, это экзист. Так, ну остальное, в принципе, можно оставить как есть. Come to me, please. А, подожди. Sorry. Sorry. Ну, давай, come on. Нужен джампадик. Или крылья какие-нибудь, или что-нибудь в этом роде. О! Thank you, game. I need to take this. А, так я не спущусь, да? Самый лучший мувмент в игре. Ограниченный, но максимально эффективный.
Едет джампады. Хочу золото на них тратить. Ну и, в принципе, один еще можно, я думаю, купить. Все, найс. Full комплект. Вот сейчас главное не лохануться и come on. Найс. Так, ну все остальное мне, в принципе, не нужно. Так, где тут этот был пацан? Это был бот, скорее всего. Но это не точно. Нифига вы богатые. Так, все, топ-10. And I have 7 kills. Подожди, стоп. Это кто?
Вот. А это вот бы он был, да, скорее всего? Это, скорее всего, был бот. Но, может быть, и нет. Вот туда я идти точно не хочу, но их нафиг, если честно. Ох ты, я между двух огней, да? Точнее, нужно куда-нибудь сюда. В зоне, в принципе. Так, сколько тут этих осталось? Двое, да? Надо мне их забрать как-то. По крайней мере, одного из них. Там будут домики, да, сидеть? Да. Нифига. Пошел нафиг. Я могу, в принципе, сделать немножко иначе. Здесь никого нету. Бананчики. Золото. Прибежал дружок. Так, вот тут, я думал, мне надо сделать... Магазин у меня есть, да? Так, и вот сюда. Это еще что за фигня? Подумал я. Так, топ-5. Кстати, можно вот здесь вот и отсидеться, я думаю. Так, и можно сделать себе небольшое... логово.
вот такое вот. Пускай они там файтятся, и на их файты вообще пофиг, если честно. Им нужно, чтобы сократилось до топ-3. И потом можно выезжать. Да-да-да, камон, камон, файт, 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 файт. Yes. Давай-давай, go. Здесь, походу, никого нету, да? Так, я думаю, надо выезжать уже, если честно, потому что... Слишком быстро события развиваются. Ну как, камон? Так, у нас что-то дробовик, да? Дробовик стоит. А это еще откуда? Это еще. Нужно какое-нибудь закрытое место. Например... Нет, это плохое место. Например, какое-нибудь... Вот такое место. О! Вот нас еще? Вот. Так. Так, топ-3. Опа, вот здесь надо выходить. И не надо. Не знаю даже, надо или не надо. Не, пока не буду. Сейчас главное не лохануться. Здесь никого нету, да? Значит, надо идти от края зоны. Вот так вот. И сюда. Пошел нафиг. Нашелся мне здесь тоже. Ты дурак, что ли? А еще один где? А, один здесь. Ага. Все, понял вас. Сейчас будет самое интересное. Я не так хотел!
Пошел нафиг!